Всем привет. Тынь! Ничего себе. 4,7 вон там вот, вот здесь. На пианине тут сыграла. Да-да-да. Вот, вот здесь, это где мы стоим, вон. Ну вот на вашей стороне, либо в туалете, либо... Но может она... Сыграл, либо вот здесь в кладовке. Может он среагировал на пианино? Это то, что винды. Да-да-да, вот он здесь, короче. Да-да, 3 градуса. Может винды. Как быстро. Призраки сами себе сдают что-то. Такие, я здесь, только найдите меня, пожалуйста, освободите. Напиши в книжке. Ладно, оставлю сам, напиши. И были шишки. Дай нам знак. Я хотел поговорить. Дай нам знак. Короче, дай нам знак. Отвез машину. Поменять масло, дай нам знак. Ты там всякое такое. Ты здесь? Опа. Ты здесь? Ох, это ты, у тебя? Бля, он даже мне сказал в радио. А мне ничего не сказал, он только тебе не, сказал. Не, почему? Я вообще молчал, я же ничего не говорил. Ну а я рядом. А у меня в радио хир, блядь. Behind же было. А у меня хир был. Какая-то мистика. И у тебя... Видать, у меня просто радио было включенное, у меня свое нарисовалось. Mm-hmm. Но он сказал behind, а у тебя написалось хир. А у меня бы написал... Я даже услышал here. А он мне behind сказал. А на радио написал и нет ответа. Нихуя. Чудеса. Ну ладно. Ок. Зато у нас есть радио. У нас датчик движения ни одного не сработало. Я повесил. Не сработало? Я повесил. Я тоже 2 повесил. Надо еще повесить. Ой. Я выключу. Уи, дискотека. И вообще, сейчас, блядь, дешево, сейчас как ебанет нахуй в мае, в августе. Ой, в мае, как бы. Вот это да. Аномалия. Шизуха у кого-то. По-моему, не аномалия. Про меня, да? Про меня, блядь? Да. Май в августе. Нормально все. Наконец-то у меня... А нет, у Лёши больше. Что? Рассудок. Не, не про то. Так-то у нас у всех микропенис, это понятно. И у меня тоже. У тебя самый большой среди нас. А я им поняла, что ли? Сработал ни разу? Да тут 2 лежит, и ни один не сработал ни разу. Ни один в руки взяла. ЭМП сработал, он по пианине. Тунь. По пьянине. Пьяни. По пьянине мы завтра будем. Ох. Интересно, на пианине ей бывают отпечатки? Она же его трогала? Ладно, нет. Но было бы прикольно. Я вроде сфоткал всю комнату, но нифига. И не пишет ничего. Может, там огоньки есть? А у нас есть только радио, да? И все? Вот он дверь сейчас открыл. Мне кажется, он нифига не там. Мне кажется, он вот здесь вот. Да, вот он. Слышали? Сфоткал его? Да. Нет. Мы тут все слышали. Вот здесь? Но отпечатков нет. Mm-hmm. Сука. Заставил меня, блядь, обосрался. Так мы тоже услышали. Он как будто и тут это сказал. Хотя не знаю. МП вот тут. Где? Вот здесь он вот. А вырубите свет в этой комнате с пианином, пожалуйста. Че? Да на. Огоньки, блядь. Где, в комнате? Пианином, да. Ну вот. Мне кажется, он застрял в пианино. Слушай, ну в ванной тоже есть АМП. Ладно, я пока выйду. Есть Джинмара Йокай. Я пока выйду из дома, если чё. Так. Если это Йокай... Блокнот, проверьте, нет блокнота? Нету. Это скорее всего Йокай, потому что он вам на радио очень активно отвечал. То с ним надо разговаривать. Влада, заходи и разговаривай. А чё я-то? Подожди. Чё там у Йокая? А сколько у меня рассудка? Записи в блокноте есть. А, окей. И блокнот в туалете лежит. Блин. Ну, блядь, а огоньки в это влетали. А чё, погнали, попиздимся. Ща. Записи в блокноте. Нам не надо средний рассудок опускать? Нет. Это до таблеток. Йокай.
Йокай, покажись нам, Йокай. Йокай, писька твоя жопа. Йокай. Йокай, мы тебя вычислили. Рассказывай. Давай, чё кого? Сейчас как не успею ещё в дом зайти. Мама твою жена видела вчера. Йокай. Ну говори, говори. Расскажешь? Как тебя зовут? Ты здесь? Дай нам знак, скажи. Йокай, давай, расскажи. Давай поговорим. Как жизнь? Ты мальчик? Есть пальчик? Как дела? Девочка? Дай нам знак. В комнате тоже появились записи. Блин. You fuck. You suck. Дверь откроется, видишь, куда? Куда? Сюда. Да, ну и... Огоньки-то тут. You fuck. Йокай, расскажи анекдот. Йокай, я хочу отвечать. Дай нам знак. Йокай, дай бабок на машину. Ты здесь? О, ты видел? Он в подвал дверь шатнул. Йокай. Ты здесь, дай нам знак. Покажись. Здесь? Ну, давай. Ты здесь? А у него там нет такой штуки, что типа... Он моргнул мне вот этой лампой. Ты здесь? Вон, видишь, на кухне мигает. Показывай. Ты здесь? Что это такое? Смотри, это что такое? Вот. Куда делось? Я возьму себе. Почему дверца от шкафа? Это дверка от шкафа летает. Я возьму ее. Зачем? Вот она, смотри, вот она. От нас убегает дверца шкафа. А дальше что? Йокай, мы все видим. Я возьму. В смысле? А где, куда делась? Куда он ее сделал опять? Верни дверцу. Не знаю, куда ты делась. Может, на шкаф обратно? А, кстати. Дверцу верни. Дверь мне запилил. Шкафу нету. Дверь мне запилил. Нету. Чего уронил? Подними. Где она должна быть? Удивляет, почему вот так вот? Почему тарелки, когда падают на ковер? А, тарелка точно. Типа, дно такое. Йокай. Дай нам знак. Йокай. Дай нам знак. Йокай. Покажись. А как ее зовут? Надо узнать, как ее зовут. А, точно. Пойдем, посмотрим. Эй, давай я посмотрю. Давай, ты посмотри. О, как. Ничего себе, так можно было. А вот шкаф открылся. Дай нам знак. Дай нам знак. А что, может, Андрюха кто-то приедет? Дай нам знак. Опа. Блин, что, атака? А ебаный рот, вот это поворот. Офигеть. Не ори только, он слышит только тех, кто находится рядом с ним. Я вовремя увлекся. Ползет, сука. Закрывай. Чуть не закрываешь, ты что? Видишь? Закрой. О, у тебя рассудок 29, а че я сюда пришла посмотреть? Бля, сюда идет. Моя пизда. Ты сфоткал? Я сфоткал. Призрак. Охуенно. На 3 звезды. А я доорался. А чё меня-то, блядь? А чё тебя? А чё я сюда шла посмотреть? А ты орал больше всех. Я забыла. Вот так вот. А у тебя рассудка, потому что... Тачка за хату и ещё весь мод закупить. Мы всё выполнили, в принципе. Охуенно, блядь. У тебя потому что у тебя рассудка меньше всего было, вот я и бы сказал, тебя. Исполнили. Чё я сюда? Надо умнее смотреть. А чё я сюда шла? А, имя я шла. О, подожди. Сейчас, да.
Йокай. О, страховку заплатили. Не, не заплатили, нихуя страховку. Почему? Ну, потому что сложная. 32 бакса получил. Оу, щит. Ну вот, теперь сыграем со стартовым инвентарем. Вот. Так. Ой, кому надо фонарь? Надо, не надо? Ну тебе, ладно, видимо. Я возьму. Тут не такое раздолье фонарей, как хотелось бы. Ты здесь? Ты здесь? Оба. Ты здесь? Ты здесь? Раньше был, по-моему, щиток со светом. Нету? А ты не посмотрел? Нет, конечно, блядь, это ж Колян. Ты здесь? Пойду в гараж. Ой, в гараж подвал. О, свет. А мы на сложной, да? Да. Полотенце какое-то валяется или что-то такое, пакет. О. Ты здесь? Ты здесь? Ой. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Дай нам знак. Дай нам знак. Отпечатки же не сразу, да, появляются? Дай нам знак. Знак. Не, не сразу. Дай нам знак. Знак. Чё? Сидю, вроде что-то метка. А, да, кстати. Ты здесь? Не хочет идти. Ты здесь? Здесь. А где он мявкнул? Тут? Анна, за дверью. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Не, не. Здесь? Призрак топнул где? А, топнул, не знаю. Дай нам знак. Нам знак. Ты здесь? Ты вон здесь? Он дверь закрывает, видишь? Ты здесь? Здесь? Я ушла. Закрывать еще какой-то полотенце, не помню. Ты здесь? Здесь? Я же уже говорила. Да. Дай нам дай знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? О, ух ты, блядь, обосрался. Дай нам знак. Почти, это как? Тебя тоже показывал? Ты старый? Нет. Тьфу, старый пьяный. Ты молодой? Вечно пьяный? Луж другой. Тогда мы идем к вам. Ты здесь? Какое красивое небо. Ты здесь? Пусть не могу найти кто-нибудь видел. Дай нам знак. Ой, я и не искала. По-любому. О, ну на кровати спит, ё-моё, привет, Кость. Кто, Кость? Да, вот здесь кто-нибудь есть? О, доска, давайте спросим. Здесь? Давайте я спрошу. А какие у нас задания вообще? А, не знаю. Ты здесь? О. Ноль. Что значит ноль? Ты здесь? Эй, ты здесь? Где ты? Где ты? Дай нам знак. Где ты? Ты здесь? Где ты? Ты здесь? О. Где ты? Эл. Ливингрум. Ливингрум, да. Это вот здесь, что ли? Нет, ливинг — это ливинг. Это вот там. А, это... Гостиная? Угу. Вот это вот, видимо, ливингрум. А не вот это вот? Ливингрум. Или это? Текаем, хлопцы! Доигрались. Ой-ой-ой, я в комнате с доской. Это повлияет как-нибудь? Лёх, подвал, быстрее. Здесь? Закрывай, да. Ты здесь? В дальний. Вижу. Ты здесь? Закрывай. Мне кажется, дежавю какой. Да, в каждую игру такой. Ну, как я у него ноутбук спиздил. Я думаю, что он не обидится. Действительно, ему уже не нужен. А, старый пьет. На почини, Колян. Так, винда чё? Apple? Это... нет, это шестигранник.
Он включается? Он ко мне дверь открыл. Я подумал, пока ты ходил. Я побежала. Да, он ко мне дверь открыл. Я побежала, где выход. Ну, хорошо, что не ко мне. А в блокноте все еще пусто. Здесь у нас ничего нет, да, я так понимаю? Ты здесь? Да. Да, кстати, свет-то есть. Нету. А хотя... Как нету? Есть. Да-да-да, есть. Ешь. Ой. Ты здесь? Ты здесь? Ну, отпечатков не наблюдается. А у меня, походу... Вот он здесь, он топает. Он здесь топает прямо при входе. Вот здесь. Ты здесь? Ты здесь? Дай нам, дай нам знак. А у меня, походу, рассудка не осталось. Ты здесь? Ты здесь? Ой. Да, он точно. Вот Living Room — это вот эта гостиная, которая надо... при входе. Надо перетащить блокнот. Да. Дальняя тут... комната. Ты все, что ли, забрал? Ничего себе. Угу. А как пишется Living Room? Living Room? Нет, или просто Living. Живая. А-а-а. Как Living Dead, только Living Room. Да ты чё? А чё? А чё? Ах, ни хрена себе, я вышла. Бежим. Нет, не бежим, вон она. Где, где? Я хочу посмотреть. Я сфоткал что-то, но меня опять чёбзали. Тебя ёбнули? Угорайся. Ой. Ой, Колян. Ну ладно, он тут умирает. Хуя, сегодня день сфотофобии, не мой день. Хорошо, ничего не купил. А ты сфоткал? Я нажал, но я не знаю, зафоткался. Ой, ты тут из двери вылазишь. Да, кость взаимодействия. Доска Уиджи. Вот это вот как раз взаимодействие, я ее фоткал. А, вон она какая. А что, она сфоткалась на фотке? Ну, у меня показывается, какая она. А, пиздец, охуенно, блядь. И при этом взаимодействие, да? На две звезды, да. Ну, такие ебаные, блядь. У меня 0%, а у Лехи 10%. И мы ничего Ревенант не сделали. Поехали. Ну, да, смотри. Поехали. Да, Ревенанта ставлю. Ну, ладно, я тоже. Нет. А еще, возможно, посадился рассудок из-за доски. Да, скорее всего. Сейчас, подожди. Стопудово. Так, смотрите. Это не ЭМП, не радиоприемник, не отпечатки. Угу. Значит, это какой-нибудь призрачный огонек, возможно. Записи в блокноте. По-моему, нет. Сейчас посмотрим. Там были... не минусовая температура. Тогда, возможно, МП. И, возможно, ну, возможно, возможно, МП. И тогда это тень. Что-то по не радио больно, я... Она... Говорил я по радио. У меня нет фонарика, блин, понимаешь? Я не знаю даже, где свет включить. Ты про отпечатки? А, ну да, там же Коля на входе умер. Там и фонарик приходит. МП-3. Она где-то тут стоит. Где свет включать? Текай оттуда, выходи, забей. Давай так поедем. Записи в блокноте есть. Все, все, выходи. Ты не ходи там. Отпечатков рук. Нет. О. Пошла в жопу. Да. Чё, атака началась? Со самбо. Вот она ходит. Сейчас фургон выйдет. И поедет с нами, такая зайдет и скажет: Ревенант. Блин. Ну а чё, это тень, скорее всего, раз она такая стесняшка. Поехали. Поехали? Ну поехали. Поехали, я ещё попью. Я опять увидел. Смотри, Колян два раза сдох. Так бывает вообще? Бывает. Ты, кстати, не выжил со стартовым интерьером, скорее всего. Это был Йокай. А там разве не сыграть со стартовым интерьером, а именно выжить? Сейчас скажу. Выжить. Опять Йокай. Всем пока.